Сегодня у нас 24 июня 2018 года. Это мы находимся в поселке Потеряевска. Вот это у нас тут лагерь Стан, бывший православный. Вот, иначе мы пригласили Алексея Устинова со своей семьей сюда приехать. Там подъехал. Непонятно, что-то там он нашел. Ёжика поймал или что? Отсюда подходим. Ребятишек можем пока не вытаскивать, пока или как не знаю, чтобы не комарики не были. Сидите, покажи, тебе на руки взять. Пока обойдем. Тут недолго будем, совсем недолго. Давайте. Сейчас я открою. Проходите сюда, с этого конца начнем. Старик, да ты заболел. Чем он заболел? Оля, Жарик заболел. Грипп. Жарик, грипп. Ты бы взяла за руку, ребятишек, ты отмахивала от них. Хорошо. Давай, иди. А ты второго ребенка возьми, отмахивай от него. А ты иди третьего возьми, ребенка. Сейчас, давайте мы возьмем. Не надо, Назарь, вы против? Добрый день. Добрый день. Почисти! Почисти! Ваше Величество, приговаривайте. А я кругу обмахиваю. Молимся. Господи, слава тебе! Прибудь с нами. И благослови начальствующих в роде всем. Тебе слава за все, Отец и на Святой Дух. Аминь. 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 Вот сейчас мы решили сделать снимки. Если только в городе не успеем их сделать, возьмем на флешки, в суде попросим открыть и посмотреть. Значит, вот отсюда сделать так снимок, чтобы видно было вот эта вот последняя келья. А там вот спину за последние. Ваше Величество. Сделай, короче, не знаю, как-то подальше отходить надо. Сделай. От ребятишек отгонять его комаров. Так, чтобы захватить панорамно, тот конец было видно. Вот это для меня важно. А как? Надо далеко уйти. Так, давай, поворачивай. Назарь. Ваше Назарчество. Варличество. Его Варличество. И Назарчество. Ой, Шарик. Блин, рядом с тобой. Шарик. Так, пошли вокруг. Давай вот так вот пройдем. Ваше Назарчество. Зайдите сюда, чтобы видно было, что вы стоите. Вот здесь вот. Кто-нибудь. Место. Чем-то зайди сюда. Мать, тут же это дверь. Ну вот, перекиньте. Где дверь? Я сюда снял, чтобы видно было, что это куча огромная. Заходите сюда, прямо вот сюда, остановитесь. Осторожно, крапива. Он уронит, пока что в руках есть. Осторожно, не топчи, там ты топчешь цветы. Место. Назарь, это розы. Роза, а это отойди. Повыше туда, повыше. Да не бойтесь вы. Так. Чтобы видно было, что это... Вот я сюда встану, что видно. Стойте там. Стойте.
Замри. Коля, развернись. Назар, вперед. Все, уходим с той стороны. Выходите оттуда. Хватит, хватит, хватит. Ну что вы? Как, какие-то обезьяны друг за другом повторяете. Все, пошли, пошли, пошли. Вперед. Вперед, вперед. Побыстрее. Назарчика. Никогда в жизни такого не видели. Да не новую, просто старую подправили. Только да, на этот ложек. Красивый, мама дорогая. Да вообще. Ваши дяди лёгчества. Так, и ходим дальше. А он не позвонил. Осторожно, тут палки. Ваши гвоздики, пас. Осторожно, тут ваши палки с гвоздями. Вот оттуда захвати вот это все. Ну, он начал заваливаться, убрали его, чтобы никто не упал. Детей. Комплекс для бедных людей. Коршин, Коршин, за нами следи. Да, все, пошли дальше. С этой стороны снимки тоже сделать хорошие. Пойдем-ка, отгоняй комаров. Ну, со всех сторон возьмем, чтобы представление было. 9 соток всего попадает. В ограде 16 соток, а так 9. Которая? Это на навозной куче помешало государству? Вы даже вообразить нельзя. Какое сумасшествие. Сейчас уходим. Назар, побежали. Так, проходим дальше. Да, а вот эта штука опасная штука. Лучше ее выкинуть. Да. Только куда? Не понятно. Куда я ее выкинула? Не понятно. Назар, сам ты комаров ухлопал. Ну. Пойдем, Назар. Назар. Назар, как я. Назар. Где все? Да. Ты не просто маши, ты состряхивай там со спины везде у него. Просто беги за Назаром. Три. Владимир Александрович, я от вас отгоню. Спасибо, Христос, Нестор. И тень создам.
Да, кстати, ты покушай. На видеокамеры. Не, лучше комаруху обвиняй. Ох, вы проказники. Проказники такие, а? Напали на дядю Володю. Ай-яй-яй. Да. Не стыдно. Где будет, где крупный? Зайди подальше-то, подальше-туда. И вот так, чтобы захватило все нас. Какие-то странные эти комары. Захватило все семьи, и видно было. И нас, может быть, захватить надо. Наискосок так, чтобы она вся захватилась. А так оттуда он наискосок не получится. Вот эту сторону всю захватить. Пошлите! О, нет, фотоаппарат не широкий делается, это не до узкого. Вот так, близкие фотки хорошо, когда рядом, когда далеко. Сапожик уронил. Вот, вот, вот. Обычно, когда крестик торчит наружу, мы называем игумен Варлам. Крест крестик игумен. Игумен Варлам. Так, сюда заходим, вот сюда вот. Шарик, ну ты что, ну? Ну пойдешь, вот, пойди, вот сюда вот. Назад. Вот давай, походи сама, где ты хочешь видно. Шарик, ну им перебивай. Ну что ты такой? Невоспитанный. Ай, это была крапива. Крапива. Почему они так похожи? Они вовсе не похожи. Я думала, они... Не, я уже лучше не буду. Сначала нюхай, потом рыни. Договорились? Ай! Оль. Это была нога. Договорились, сначала нюхай, потом рыни. Я ее не нюхала, я даже к ней не прикасалась, но я к ней прикоснулась. Это невозможно. Ага. Практически невозможно. Это еще. Еще добавочку еще. Гром, смотри, какие листы подорожника. Похожи на лопух. Ага, похожи. Только они не такие. Нет. Очень гигантские. Но у Игнатия Тихоновича там, у него очень гигантские. Я чаю, чаю. О, глянь, Нестор. Нестор, не отличишь. Прям не отличишь. Вот этот лопух. Так, подержи-ка. Все, дядя Володя, вы напросились. Я припомнила ваши проказы. Проказы? Проказы — это болезнь. По-моему, дядя Володя не болел. Вы ж не болели проказы, нет? Нет. Вот везет. Проказы имеются в виду какие-то погрешности. Да я поняла, поняла. Просто это два значения одного слова. Все, спину они теперь вам точно не будут грызть. Так, ну что, как будто бы все, сейчас у нас здесь. И с этой стороны зайдите, как удобнее будет, целый ряд, чтобы заснять. Прося, корешок-то оборви. Корешок-то оборви, что он тебе с грязью? Зачем так? Комары не приставали. А, ну да, уже иду, уже иду. Вот сюда вот, поближе катай.
Так, без всяких хитростей. Все по правилам. Ну-ка, давай, виси. Стой. Помогай. Давай. Раз. Еще. Мама! Ну, смотри туда. Давай. Нестор, ты подтягивайся. Опять тоже начал. Не хочет тренироваться, это нисколько. Языком только так. Что ты болтаешься как бесполезно? Ты сейчас поднимись, чтобы подниматься. Ну поднимайся. Даже одного раза не можешь подняться это. Ну все. Целый один. Я помню, у дедушки жил, ты 14 раз даже нужды нету. Так, пошли на выход. На выход с вещами. Это мы для суда готовим фотографии. Ну вот, и там я на место, чтобы можно было посмотреть. Что делать? На нас я два раза сделала, Нестор, стыдись. Я два раза тоже сделала. Я тоже два сделала. Как червяк извивался там. А я так вот, не извиваюсь. Вы тут еще милицию не видели? Все, хватит. Ох, упьюсь я чаю. Чаю будет много. Эй, мой денег. Вот оно. Какой фильм подвигодник-то? Что-то колхозное было, идет, видишь? Вижу. Вот оно где. Ну их какой-то, сельхозугодие, что ли? Это мы разобрали, лишнее убрали, вынесли. Да, да. Интересно, я что-то никогда этого не видел, видать, заросшим всегда было. Понимаешь, как вот лютые враги пристали. Да разве нормальный человек может у детей это отнимать? А просто ты здесь не ходил. Вот да. Ну вот сколько были, я вот не помню. Ну реально тут было все заросшим, мы не ходили. Кому припомнить? Так, лишний раз не брякай. А ну, давай, бей. Да. Блин, вон железо. А Маша, я никогда в жизни не ел. Отойди, Варлам. Подальше, отойди от того. Где? Нестор, дай поле ударить. Я ни разу в жизни не била. Вот. Объясни, куда бить-то, Нестор. И как взяться надо? Смотри, Полина. Возьми за ручку, да. На, берись. Ага. И бьешь вот сюда. Кстати, бьешь вот этим, а не вот этим. Ага. Вот сюда. На счет три. Раз. Свайн. Драйн. Три. Все. А сколько бить-то надо? Давай еще. Семь. Все, спим. Все спим. Семь ударов было, да? Да, семь. Все спим. Сколько будет костер? Восемь. Да, все, Полина, пойдем. Оставляй. Нестор, вставай с земли. Я сплю. Вставай давай. Нестор, вставай давай, рыба. Рыба, подъем. Милиса, Милиса, Милиса. Как называется эта травка? Ну, которую вы нам давали на чай. Тоже, тоже Мелисса. А, тут тоже Мелисса? Да. Какая большая была. А у Надежды Васильевны мята. Я принесу сейчас. Ну, вы, может, не сразу домой. Мелисса. Завтра пойду туда. Бери побольше, нам еще на следующий раз все, что могла собрать. Все, с Богом. Мало, вам это вот куда взять. Все, наши пошли кататься на воду. Не мята, это ж Мелисса. Вот сколько Мелиссы. И вставай на ногу. Все, на, там машину проводи, иди. И потом идите купаться, там запишешь все. О, можно купаться? Стоп, шарика забрать надо. Шарик! Что ты прыгаешь, ты скачешь? Нет, свою собачку-то бери. Да, что ты? Ай, шарапай, шарапай. Все, я поехал. Все, с Богом. Так, не надо. Эй, по спине. Ладно, по спине, так по спине. А это было правда больно. Кто-то из тех, что ты половиневременный какой-то. Да, ну ты лукавая собака. Ах ты лукавая. Да,
Это я сказку рассказывала. Жили были два брата. Его звали Ура, и он такая. Больше сроков там всех. Лук и чеснок. Лук и чеснок. Кто-то есть чеснок, кто честный, а кто...